Дмитрий из Нижнего Новгорода, Переславль. Меня спрашивали, зачем тебе вообще это нужно? Тащить семью, бросать город. Но я ни на что не променяю этот опыт, эту встряску, уроки и возможности, которые я получила. Стать GM в 28 лет возможно только в Азии. Я не собиралась остаться, приехала на подготовку отеля к открытию, проходила обучение по программе и не заметила, как прошел год, и я уже руковожу 3 департаментами. А Григорий говорил, что любит курортные отели, пусть едет в Небук. Все в Москву, я из Москвы. Люблю курортные отели, солнце, пляж, море. Отели огромные, совсем другая ответственность, и задачи тоже другие. Женя из Санкт-Петербурга, пора точно возвращаться в Москву. Привыкаю к бордюру вместо поребрика, к подъезду вместо парадной. Когда отвечала на вопрос, зачем HR становиться директором отеля, если честно, сама не верила в это. Год трудилась над английским и изучала различные финансовые показатели. И меня это вдохновляет. Монику из Владивостока, пожалуй, отвезем на море в Сочи. Я была на стажировке в Кёльне, изучала работу наших европейских отелей. И вдруг письмо, вакансия в Роза Хутор. Бегом во Владивосток, грандиозный переезд, перелет. Здесь совершенно другая жизнь. В других отельных сетях я бы ждала подобную вакансию лет 5 точно.